Народ, всем привет! Ну вот мы почти всем коллективом Добронрав. Я говорю всем коллективам. Яна, поприветствую зрителей моих. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы все собрались, но на самом деле еще не все. Там Колька еще спит. Сейчас время 2 часа ночи. И мы, ребята, вы уже прошли тачку. Значит, мы сейчас садимся и мчим в Москву, потому что в час нам уже нужно быть там. Будут переговоры с игроками, будет, наверное, какой-то чек. В общем, все-все-все вам будем показывать. Погнали! Вот первая у нас остановка. Полет нормальный. Ниссанчик молодец. Ребята пошли по делам. Надеюсь, что мы успеем. И очень хотелось бы проскочить, конечно же, московские пробки. Потому что московские пробки – это отдельный вид искусства. Как птички поют, смотрите, какая красота. Вообще такая, я не знаю, вы услышите, нет? Так птицы просто поют. В общем, мы немножко засыпаем, чуть-чуть совсем. Вот, поэтому сейчас остановились покушать. Ой, здесь паутины много. Вот, сейчас покушаем и отправимся дальше. Можно мне подлокотник, пожалуйста? Вообще кайф. Народ, ну вот, наконец-таки мы и приехали в Москоу-Сити. Он сразу модный. Какой парень. В общем, сейчас поставили машину на парковку. Идем вон туда, вон, в эту башенку. Сейчас будут проводить какой-то там экскурс по завтрашним съемкам. И завтра, собственно, будут съемки. Надеемся, что все пройдет хорошо. Ой. Да, Москва. Друзья, а вот здесь вот снимается у нас Союз мультфильм. Прям все тут очень удобненько. Здесь вот, нет, не заправка, тут вот один блок, вот это один блок, значит, Останкино, это второй блок. Я. Из Единого Лиса. Носова Анна. В общем, все, друзья. Нас мурожили около часа или полутора часов. Все эти подготовки, всякие бумаги, всякие документы. В общем, целую ночь я проехал. Думал, что отосплюсь. Но не тут-то было. Съемка у меня будет завтра, то есть это получается суббота, аж в 9 утра нужно уже быть здесь, поэтому завтра подъем в 7, поэтому, соответственно, сейчас я просто-напросто должен уже лечь спать, чтобы завтра быть огурцом. Много всякой информации сказали, интересно, как это все будет проходить завтра, но самое главное, это не выигрыш, а самое главное, нам засветиться еще раз на центральном телевидении с группой Добронрав. Я думаю, что парни тоже в преддверии этого дня. В общем, ребят, заселился я наконец-таки в номер спустя не знаю сколько часов, безумно хочу спать. В общем, немного вам покажу номер. Номерок неплохой, в принципе. Кровать. Все, тут у нас водичка, холодильничек. Ну, в общем, мне кажется, это стандартный номер, обычный, но прикольно. Сюда заселяют всех игроков, в смысле, кто играет в Поле Чудес, всегда заселяют в эту гостиницу. Вот, тут тоже, в принципе, неплохо, полотенце, все есть, самое главное. Значит, Поле Чудес предоставляет номер бесплатно, ну, то есть за их счет, а вот дорогу, там питание и все такое, это уже за счет, значит, за счет того человека, который едет. Вот, более того, коллектив, который выступает вместе с игроком, то есть я буду играть за этим, за барабаном, за колесом, вот, ребята едут за свой счет, то есть им не оплачивают ни гостиницу, ни жилье. Вот, но благо у нас это все решилось, поэтому
Все нормально. Вот, организация нормальная, хорошая, всех встретили, разместили, в общем, никого не бросили, все здорово. Вот, но в отличие от второго канала, где мы ездили на Малахова, если вы помните, если вы следите за моим каналом, то здесь первый канал не предоставляет там питание, как я уже говорил, и, значит, транспорт. Поэтому вот как-то так, это небольшой, совсем коротенький влог, поэтому я сейчас ложусь спать, завтра нужно набираться сил, не знаю, когда это успевать делать, сейчас уже время 6 часов вечера, а выехали мы в 2 ночи из Питера, поэтому все, друзья, всем пока, следите, точно будет интересно, завтра все буду снимать, только там некоторые моменты, к сожалению, нельзя выкладывать, но это как, в принципе, и везде. Все, друзья, всем пока, спокойной ночи. В общем, это было просто что-то невероятное, слово было очень сложное, слово было «прокопае», и так получилось, что до меня, что, в общем, я крутнул барабан, все нормально, и там плюсик какой-то. Думаю, что это за плюсик? Что это такое? Сектор плюс на барабане. Да. А сектор плюс, это парни-то знают, я вообще... Не знаю. Вы тоже не знали? Мы сказали, выбирайте любую букву. Да, и я такой стою, и все такие... Последняя! Осталась последняя буква, как раз-таки. Осталась последняя буква в слове. И все такие, типа, все, открываю. Ну, уже аплодирую, понимаю, что все, я там выиграл, как бы. Ну, первый вот это, как это... Ты финалист, ёлки. Финалист. Да? Открывай букву последнюю, я такой... И все кричат, последний, я такой, я? Буква я? Мне такие говорят, типа, в смысле, типа, ты чё? И мне Леонид Аркадьевич говорит, так открывай букву, я такой, последняя буква, открыл и стою. Он говорит, чё стоишь, слово полностью это. Дорогие друзья, всем спасибо огромное за внимание, надеюсь, что это был интересный ролик. Все, мы пошли в аптеку и поехали в свой родной Санкт-Петербург. Всем пока. We'll be right back.